Проверить качество ремонта и поучаствовать в посадке деревьев. Первые лица города и региона сегодня инспектируют реализацию программы формирования комфортной городской среды. Основных адреса два. Здесь, на улице Кузнецова, 59, работы почти на финишной прямой. Спортивную площадку уже установили, пешеходную дорожку сделали. На повестке дня – озеленение. Вся смета двора чуть меньше 3 миллиона рублей. Львиная доля на асфальтирование и устройство дополнительных парковочных мест. У нас также не только дом 59 вошел, дом 61, дом 63 и территория дома Союзный 6. Там была контейнерная зона. Софинансирование жителей 1% от суммы. И плюс трудовое участие, активное трудовое участие жителей. Жители на траты соглашались первоначально, подавая заявку на участие в программе. На три дома сумма вышла небольшая, всего 20 тысяч рублей. Разве это цена за современный и комфортабельный двор? Изменить условия городской среды – это очень важно, чтобы люди чувствовали себя по-настоящему дома. И поэтому сегодня моя задача как губернатора, чтобы все мероприятия этой программы по текущему году были своевременно завершены, и чтобы они все получили соответствующую оценку граждан. Потому что сделаем, конечно, для них, а не для кого-то еще. Во дворе 84-го дома по улице Куконковых работы только начались. Аварийные старые деревья спилили, здоровые экранировали. Подрядчик только планирует приступать к работам по асфальтировке. Здесь будет новая хоккейная коробка, детский городок, манеж для маломобильных групп населения, спортивные тренажеры. Сумма на все больше 4 миллионов. Здесь фактически ничего не было. Детям играть было негде. Вот построили нам вот эту вот небольшую площадочку в эту песочницу. Были дети и то довольны. А сейчас, конечно, вот мы просто все очень даже довольны, что будет у нас здесь именно такое. Даже вот еще заасфальтируют для стоянку для машин. Это вообще прекрасно. И деревья, как говорится, вот убрали, подобрали все это. Вот замечательно. Когда во двор приезжают представители власти, да еще в таком количестве, грех возможностью не воспользоваться. Поэтому жители просят еще пару деревьев кронировать, гравием дорожки подсыпать или найти управу на коммунальщиков. Обычно такие просьбы ивановцев чиновники выполняют охотно. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.